Франческа Наринская, ей 14 лет, саксофон, Россия, Москва. Начинала обучение у Александра Юрьевича Тульчина в Иркутской областной детской школе искусств, а сейчас Франческа учится в детской музыкальной школе при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Шопена у Никиты Михайловича Зимина. Крестен, соната, третья часть, это произведение будет исполнено вторым, а первым прозвучит Жоли, ария и танец. Концертмейстер Сергей Тютин. Thank you.
Thank you.
Это было выступление 14-летней Франчески Наринской, Россия, Иркутск, Москва. Сейчас Франческа учится в детской музыкальной школе при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Шопена у Никиты Михайловича Зимина. Пожалуйста, ваши оценки для Франчески. Двенадцать, двенадцать, одиннадцать, одиннадцать. Это 46 баллов. Аэропед, понятно, что вы будете первым, кому я задам вопрос относительно исполнительницы. Да, я думаю, как саксофонист, я тоже довольно многое себе здесь написал. Что я хочу отметить, сегодня с интонацией было намного лучше. Это был мой комментарий вчера, после выступления. Чего бы мне хотелось? У тебя очень красивый звук, однако, к сожалению, он в очень маленьком диапазоне, на мой взгляд. Мне хотелось бы больше контраста, мне хотелось бы больше форта. Вот покажи, вот пусть звук он пройдет до конца. Вот, может быть, сегодня зал не такой большой, но в другой раз ты будешь играть в филармонии, в большом зале, он должен дойти до конца. К сожалению, в Крестоне с темпом немножко, вот понимаешь, дело не в том, как ты начала, то есть быстро или медленно, дело не в этом, вот держать это напряжение, вот иногда оно сбивалось, вот это немножко, я думаю, это очень важно именно в этом. Спасибо большое, Аэропед. Мы продолжим обсуждение после выпуска новостей. Дорогие друзья, хочу вам напомнить, что мы находимся сейчас в концертном зале Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных, где проходит второй тур международного телевизионного конкурса «Щелкунчик» по специальности «Духовые и ударные инструменты». Сейчас на телеканале «Россия Культура».